Хаюшки, друзья, с вами СтивПро, и сегодня я покажу мод на маске для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляется несколько видов масок, которые вы сможете одеть на вашего персонажа. Но чтобы сделать маску, вам понадобится специальная штучка, точнее клей для масок, после чего сможете готовить вот такие очень классные маски. Ну что ж, первой нашей маской будет тролль-маска, которая нам дает эффект регенерации. Да, очень классная маска, и смотрится она довольно прикольно и в то время забавно. Тот, кто любит троллить, обязательно одевайте эту маску. Но дальше идет маска стража. Это самый главный страж, и она дает нам регенерацию, скорость, точнее, подводное дыхание и скорость, друзья. Да. Да, очень классная маска. Ну что ж, дальше у нас идет маска коровы. Как ни странно звучит, но все же это так. И она нам дает пополнение здоровья. Да, друзья, очень классная маска. Любителям коров обязательно одевать эту маску. Ну, дальше у нас идет маска Эндермана. И она нам дает скорость, повышенный урон и эффект копателя. То есть вы сможете копать и быстрее, да, друзья. И, как видите, от этой маски исходят вот такие классные эффекты. Ну, дальше у нас идет маска овечки. И эта маска дает нам регенерацию, и, а также пополнение здоровья примерно в 2 раза. А также увеличенный рост здоровья. То есть пополняться здоровье будет в 2 раза быстрее. Ну, дальше нас идет маска скелета, и выглядит она примерно вот так. И что же она дает? Она дает щит и регенерацию, и огнестойкость к огню. Ну что ж, дальше нас идет маска паука. Ну что ж, как видите, выглядит она очень круто, и дает она нам скорость, регенерацию и ночное зрение. Я не знаю, разве бывает у паука, друзья, ночное зрение? Ну ладно, и осталась у нас последняя маска, это маска совершенно обычного стража, которую прислуживают королеве. Ну что ж, и что же она дает нам? Она дает нам... Так, дает она нам ночное зрение, повышенный урон и подводное дыхание, друзья. Ну что ж, вот такой крутой был мод у нас сегодня. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.